Всем привет! Знакомьтесь, это Алина. Здравствуйте. Ведущая, мама и девушка с активной жизненной позицией. Фитнес, йога и йогурт. Эти ингредиенты мы смешали, сболтали и получили спецвыпуск проекта «Попробуй на себе. Весенний сезон. Фитнес-план». Сегодняшний день начинается у меня с тренировки, но тренировка должна начинаться с кардионагрузки. Ну что, поехали? У каждого тренера есть своя методика. И наш тренер на сегодня Нина порекомендовала мне не бегать во время кардионагрузки, а именно ходить. Кстати, уже заканчиваем с кардио и перемещаемся в тренажерный зал. Нина, привет. Привет. Я закончила с кардио, в принципе, готова. Отлично, как самочувствие? Ну, все хорошо, мне очень нравится твоя методика меньше бега, больше ходьбы. Это прям по мне. Отлично, мы бережем суставы. Сейчас у нас будет суставная разминка и перейдем к тренировке ягодиц. Сначала мы с тобой разомнем спину. Ну что, начинаем тренировочку. На выдох до моей руки поднимайся. Ягодицы у тебя получается упор идет. Колени здесь стараешься не сгибать, максимально тянет. Шаг назад, еще чуть-чуть шаг назад, взгляд перед собой, слегка наклонилась, сделала прогиб. Все укрепляется, и со временем движения становятся более четкими. Мы уже были на йоге. Также у меня были групповые тренировки, но индивидуальные тренировки. Это совсем другая вселенная. Это намного круче, потому что здесь тебе тренер объясняет, как работает каждая твоя мышца. И без этого понимания, ну, навряд ли ты качаешь себе идеальный пресс или шикарную попочку. Это не тот тренер, который ставит перед собой задачу просто убить тебя на тренировке. Она, вот я сейчас чувствую себя нормально, вы видите, я даже дышу нормально. Но при этом я чувствую, что мои мышцы поработали. Это профессионализм называется. Ладно, пойдемте растягиваться. Thank you.
Сейчас обязательно покушай после тренировки. Ты тратила очень много энергии, тебе нужно восполнять эти запасы. Хорошо, договорились. Ну что, на сегодня мы заканчиваем. А, кстати, в следующем выпуске «Попробуй на себе» мы будем медитировать. У нас будет йога, только теперь уже не в гамаках, а медитативная йога. Вот, так что следите за нами. За мной следите. Ну что, да, пойдем. До новых встреч.